Басня Эзопа. Трус, отыскавший золотого льва. Читает Павел Беседин. Некий сребролюбец робкого нрава отыскал льва из золота и начал так рассуждать сам с собою. Что же теперь со мной будет? Не ведаю, я сам не свой, и что мне делать, не знаю. Алчность моя и робость моя раздирают меня на части. Какой рог или какой бог сотворил из золота льва? Душа моя теперь борется сама с собой. Золото она любит, а обличие этого золота страшится. Желание побуждает ее схватить находку. Привычка не трогать находки. О, злая судьба, что дает и не позволяет взять. О, сокровище, в котором нет радости. О, милость богов, обернувшаяся немилостью. Что же, как мне овладеть им? На какую хитрость пойти? Пойду и приведу сюда, в это место рабов. Пусть они разом все за него возьмутся, а я буду посматривать издали. Мораль басни. Басня относится к богачу, который не смеет пользоваться и наслаждаться своим большим богатством.